Всем привет! Сегодня хочу показать результат подкормки сахара. Сама была удивлена. Дело в том, что орхидеи цветущие, я все думала и думала, чем же мне их подкормить. И как я в прошлом видео говорила о том, что я вспомнила, что можно подкормить сахаром, решила это сделать. Вот эта орхидея на вашем экране дважды была подкормлена. Вот специально подошла, взяла книгу и увидела, чем же я подкармливала ее последнее время. Потому что разница в цветении меня очень удивила. 28 января была подкормка сахаром. И буквально недавно, дней 10 тому назад, опять дважды была подкормка сахаром. Бутончики были еще не распустившиеся. И вот такой результат на данный момент. Посмотрите, какая красота. Когда я сейчас подошла и увидела эту разницу в цветении, я была просто удивлена. Думала, может быть, я ошиблась, что-то не так. Показался первый цветок, глянула на вторую ветку. И то же самое, посмотрите, распустился буквально вот на днях, день-два тому назад, таким ярким вишневым цветом. Как я и не раз говорила о том, что орхидеи можно и не подкармливать, как многие говорят. Вот я не подкармливаю, у меня цветут, пышно растут, и все прекрасно. Но скажу я вам, все-таки подкормка влияет, очень влияет на цветение орхидей. Чем больше питательных элементов получает растение, которые им необходимы, тем ярче и пышнее цветут орхидеи. Вот на данный момент такой результат. На светлых орхидеях можно этого не заметить, на пестрых орхидеях можно это не заметить, потому что здесь как бы все сливается, все в крапинку, все в пятнышку, а вот на таких однотонных орхидеях очень заметно результат наших подкормок. Распускается орхидея, вот, наверное, к какому-то относится сорту, даже не знаю. Но цветет вот такой вот пышной веткой, распускается моя красотка. Люблю такие маленькие, миниатюрные орхидеи. Очень хорошо помещаются на полочках. Красиво смотрится, пышно цветут. Ну и каскадники, конечно, я тоже очень и очень люблю. Так вот, такой результат получился у меня от сахара. Больше я ни с чем это не связываю, потому что с конца января подкормки были только сахаром. Два раза. Очень красиво смотрится. Я очень довольна. Ну, на этом я буду с вами прощаться. Покажу как-нибудь в следующий раз растения, которые у меня цветут на данный момент. Но в смысле практически все одно и то же, если только где-то распустилось побольше бутончиков. А так цветут все те же сорта. Ждем новых, которые распустятся. Они только растят цветоносы, только-только набивают бутоны. Вот такая вот рыжая красотка тоже начала у меня распускаться. Когда открывает первый цветочек, загибает лепестки назад. Кстати, у Арксрея точно такой же эффект распуска. Очень интересно получается, когда они такие огромные, большие петали сепалии уходят назад, как будто крылья вырастают сзади. Ну а потом все возвращается на круги своя и становится обычный цветок обычной формы. Ну вот и все, дорогие мои. Буду прощаться с вами. Говорю вам всем до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.